центр еду, не поедете? Ну, как вы знаете, в этом году зима рано пришла к нам, в Таджикистан. Уже в 20-х числах ноября первый снег выпал. Да еще какой, и холода наступили. И у одного моего хорошего знакомого возникла идея создать группу, где каждый водитель будет указывать свой маршрут. Если вдруг среди фейсбукчан есть люди, которые следуют по тому же маршруту, брать попутчиков по пути, друг другу помогать таким образом. В сторону зеленого. Да, нам в сторону зеленого. Подвезете? Да, садитесь. Привет. Привет. Здрасте. Спасибо. Среди наших добровольцев, водителей, есть также и таксист один. Его зовут Парвиз. Уникальный такой случай, когда таксист, который вроде бы заинтересован брать деньги за любую поездку, согласился к нашей бесплатной акции такой добровольной. Сейчас время холодов, водители, не езжайте пустые, заполняйте свой салон попутчиками, которые стоят на улице мёрзнут. Давайте делать доброе дело, и добро вам вернется. Ну вот, приехали.